Всем привет, друзья, с вами как всегда драйвер 51 рус. Значит, сегодня, значит, покажу, как установить мод дождь, ливень. Значит, я его уже скачал, вот он распакованный у меня. Эти все папочки берете, копируете и закидываете в папку с игрой, папку медиа, видите. Тут у меня установлен уже мод. Значит, ну, у меня просто уже тут стоит. Ну, у вас просто нужно будет сюда вставить и со всеми папками там согласиться на замену. То есть устанавливайте, прям сюда закидывайте. Можете мод какой-нибудь закинуть. Вот, значит, установили мы сюда. Чистим кэш. Запускаем спинку. Это у меня ругается на рычаг передач, но все, мультики работают. Я хочу дождь проверить, работает или нет с модом. Так. Версия игры, как у нас обычно, 03.03.16. Видите, звуки гром и молния, короче, у нас тут полным ходом. Опс, стоп, давайте ставим сетевая. Наверное, уберем эти штучки. Создать комнату. Давайте поедем на побережье. Поставим газом 53. Вот такой, посмотрим, кто-то присоединится ко мне. Нет вообще. Значит, поглядим. Будет ли он мультики работать, отображаться, то есть как он там пойдет. Пойдет ли он вообще? Что-то народ сейчас сидит и играет. Блин, я думаю, что с этим звуком, наверное, там ничего не получится. Так, ну что-то я никого пока не вижу. Никто не хочет к нам прилипать. А я хочу поехать на газоне. Ё-моё. Ну, давайте я пока приостановлю запись, как кто-нибудь прилипнет, я продолжу. Как бы нажму на паузу пока что. Так, ну вот, друзья, один товарищ к нам прилип, но что-то он не ставит, что он готов. Понять не могу, что он не ставит. И ушел. Давайте, значит, опять нажмем на паузу, еще подождем. Так, друзья, короче, сидел тут, я ждал время, правда, 6 час утра, поэтому народ тут прилипает, отпадает. Давайте я поеду один, ждать уже никого не буду. Как бы нет у меня желания и времени сидеть тут высиживать, пока кто-нибудь присосется к этой игре. Так что давайте поедем сразу на газончики. Поставим сразу два газончика. Вот, ребята, вода прилипает, машины, то есть мокреют, все как положено. На газоне тут присутствует синхронизация света. О, видите, все, он уже весь сырой. И один, и второй. Все промокло, то есть все как обычно мокрится, пачкается. Так, ставим запаску. Запаску назад. Поставим такую запасочку, значит. Водителя у нас нету, автор мода, воркшоповские файлы там не прописать никак. Так, давайте поставим порт, у нас есть такой, и прицеп. Так, это что у нас, мигалка, давайте мигалку поставим. Так, и прицеп. Хорошо, такой вот, и заведемся, поедем. Едем на газоне, короче. Не знаю, как тут лучше щелкнуть. Ну, ладно, давайте потом щелкнем. Все, видите, ребята, и прицеп мокрый, и машина мокрая, все, то есть нормально. Газончик будет выложен тоже в группе. Тут анимация стрелок присутствует у него, значит. Руль подергивается, ключи он подергивается. Бутылка портвейна, он 3/7 валяется. Стрелки на спидометре, бензобака, то есть зарядки, все там, ребята, анимация присутствует. Не помню, чей мод, но может быть покемона, а может быть и нет. Вот, ну сам факт, что вот мы едем. Едем. Блин, я не поставил сейчас, чтобы скрины делать. Подождите секунду, настройка. Убираем, принять, продолжить.
все обалденный, тут раскаты грома, как положено, машина мокрая, как и надо быть ей. О, давайте поедем, прокатимся, загрузимся, посмотрим, что все, видите, все сырое. Прицеп у нас, видите, тоже сырой, намокает. Но я думаю, что в мультиплеере это ерунда, подяга должна работать, если, скажем, в обоих стоит этот мод «Дождь». Автор, кстати, мода тоже, ребята, не скажу, где его взял, скачал, как бы нашел его в свободном доступе. Вот попробую его выложить на СТ-мод, если выложит, как бы, Леха Синев. То есть вот, все, ребята, все махрится, все отлично. Настоящий дождь, раскаты грома такие. Еще бы молнию, было бы вообще обалденно. По газончику будет отдельно сделан еще обзорчик, как будет готов. Тут я как его долеплю, доделаю. То есть, все это, ребята. Сейчас, секунду. Телевизор завелся, ё-моё. Со звуком. Так, погнали дальше. То есть вот все, ребята, машина высыхает, намокает. Выглядит все достойно, обалденно. Урал у нас уже сырой стоит. Пошел тут скакать. Пляс. Так, значит, грузим пиндосами машину, 2 очка. Прицеп. Видите, такие. Вот уже, видите, сразу намокли. Бревнышки у нас там в прицепе. Окоренные. Ну, поехали. Все, ребята, реально настоящий дождь. Еще бы лужи появлялись, грязь на дороге. Как-то бы, чтобы машина скользила, буксовала, было бы как-то повеселее. Ну и газон у нас, конечно, заднеприводной, поэтому, ребята, без либерти нам тут никак. Конечно, намокает не мгновенно, но все равно прикольно во время дождя-то покататься, да? Давайте еще так щелкнем скрин. Мокнет потихонечку, видите? Местами. То промокнет, то опять высохнет. На любую карту, ребята, это можно поставить. Ну, то есть, это я еду на дефолтной карте, как бы, вообще без проблем. Отлично катится. Ну, конечно, намокать могло бы оно и побыстрее, либо намокать и не высыхать. Даже видите, все бревна в прицепе промокли. Все нормально.
Короче, такую, ребята, скрин сделаем. Ну, ему должно на скринах быть видно. Так что вот, ребята, получается вот такой обалденный у нас мод. Автор мода молодец. Супер. Я не знаю, может быть, даже мод уже где-то присутствует. Посмотрим. Ну, в группе, по крайней мере, там в разделе ссылок вы этот мод найдете под видео. Ссылочка, наверное, будет. Или если под видео не будет, то будет ссылка на группу. Ребята, заходите в группу, там ищите, качайте. Вот такой вот. Такой вот будет у нас дождь. Дождичек. Да, еще бы молнию бы, бабах. Он был вообще прикольно. Ну да, он как-то так кусками то льет, то не льет, так вообще прикольно. Прям реальный ливень такой, то вроде под успокоится, то есть он еще видно в промежутках меняется тут. Давайте сделаем такой скрин. Вот, ребята, так что вот будет вот этот мод выложен. По крайней мере, в группе он точно будет. То есть заходите в группу в разделе ссылки, как бы, и под видео в группе будет точно ссылочка. На канале, значит, если выложу ссылку, то будет, если не выложу, значит, не будет. Возможно, что еще, если загрузят его на STMOD, то будет на STMOD еще находиться этот данный мод. Так что вот, ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Газончик будет тоже скоро доделан и выложен. То есть, вот такие пироги, короче. То есть, все будет потихонечку у нас тут выкладываться. Основные ссылки будут все в разделе ссылки в группе. Еще раз повторяюсь. Вот, вот такой вот у нас ливень. Всем удачки, ребята. Пока. Подписывайтесь. Скоро будет розыгрыш игры Спинтария с лицензией в группе. Поэтому будьте активнее на канале, в группе. Как только наберется 1000 подписчиков на канале, они уже скоро наберутся, ребята. Там уже осталось буквально чуть-чуть. И все. И будет розыгрыш данной игры лицензии. Давайте еще один скрин. Вот такой. И все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. С вами был Драйвер 51 Рус. До свидания.